здравствуйте! Стало известно о том, что не стало Алексея Артамонова, который сыграл в третьей части популярного сериала «Глухарь». Актера обнаружили бездыханным в собственной квартире в Москве. Как сообщает телеграм-канал, о пропаже Артамонова заявил его крестник, актер Николай Сирин. Он забил тревогу после того, как Алексей Алексеевич перестал отвечать на звонки. Полицейские приехали на место и вскрыли квартиру артиста. Стражи правопорядка наткнулись на тело Артамонова, он сидел в своем кресле. По предварительной версии, у кинозвезды остановилось сердце. Алексей Алексеевич покинул нас на 63-м году жизни. Неизвестно, когда и где похоронят актера. В 1980 году артист окончил школу-студию МХАТ. После этого он устроился на работу в Центральный академический театр Советской армии. Там Артамонов сыграл более 30 ролей. С 1985 по 2000 годы Алексей Алексеевич преподавал на кафедре мастерства актера в школе-студии МХАТ. В 1992 году Артамонов принимал участие в постановке спектакля «При закрытых дверях» по пьесе Жана Поля Сартра. Также актер был первым ассистентом режиссера в работе над международным театральным проектом «Аристея». Напомним, Алексей Артамонов сыграл в таких сериалах, как «Глухарь», «Тест на беременность», «Мосгаз», «Мент в законе», «Паутина» и других. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!